Позицию пока... Компьютер так может сломаться. Занимает вторую пока позицию Алена Косторная, а первое место продолжает удерживать Аня Щербакова. 229,77. А тем временем вот уже пришло время заключительной произвольной программы на чемпионате России. Мы будем помнить в веках этот чемпионат. Александра Трусова, самбо 70, отделение «Хрустальный», тренерский штаб Этери Тутберидзе, Сергея Додакова и Данила Глейхенгауна. Как она катается. Много было статей про то, что вообще девочек не надо допускать на взрослый чемпионат. А если они катаются лучше взрослых, что же теперь делать? Почему им нельзя кататься? Почему им нельзя? Даже такому тренеру, как
Кудрявцев вложили это, так сказать, как будто это он сказал. Я не понимаю, она катается божественно. Она умеет очень много. Если даже посмотреть на то, что там она прыгает, там очень мощно делает первая девочка, которая сделала четверной. Пошла сегодня на второй четверной, упала, не сгруппировалась. Но во второй части бог знает что. И Луц Ридбергер, и... Луца Лерсальхов. Да, масса каскадов. Она, конечно, расстроилась, что она не сделала флип, тулуп четверной. Но, понимаете, такие нельзя не катаясь это суметь сделать. До прыжка надо доехать. Вот, и встать на правильное ребро. Так что я совершенно не согласна. Это уникальный ребенок без страха, который хочет, именно хочет. Ну, битву четверных прыжков устраивают не мужчины на чемпионате мира, а наши девушки на чемпионате России. Представляете? Это чемпионат, который входит в историю. Который уже вошел в историю мирового спорта и мирового фигурного катания. Так она, конечно, технично это все прыгает. Но вот за падение, конечно, в связи с тем, что это такие дурацкие, извините, правила, что за падение будут ей снимать и судить, что там был недокрут из тройного. Ну, ради бога. Главное, что очень правильно ее учат. И вот у нее, например, в дорожке она делает шаги и длинные, и короткие, и очень короткие, и на и повороты, и вообще между счетом. То есть они расширяют ей эту базу, которая ее будет держать потом всю жизнь. Она очень много уже умеет и еще очень много будет уметь. Потому что работают прекрасно. Лапочка. Я люблю очень, как она, когда распустит свои косы. Ой, какие у нее волосы до икры, да. Это такая красота. Вот приехала рязанская красавица и тренируется с утра до ночи. Ну, не знаю, кому сейчас дадут. Нет, это невозможно совершенно представить, предсказать. Я даже вот не знаю, вы туда смотрите? Я смотрю и тоже не знаю, вот в чем вот дело, не Татьяна знаешь. Анатольевна. 154,75 – это меньше, чем на балл, меньше, чем у Анны Щербаковой. И по вот сумме, этот балл! По сумме, секунду, Татьяна Анатольевна, все-таки. 0,06 балла разница в борьбе за золотую медаль. Вы представляете, 0,06 балла! Цена золотой медали на лучшем турнире в истории. Она потому что получила минус один за падение. Анна Щербакова становится новой чемпионкой страны. И серебряная медаль достается... Ну, Щербакова была тоже бесподобна. Трусовой. Александре Трусовой достается серебряная медаль. И Алена Косторная с бронзой, как и год назад. Чемпионат уже вошедший в историю. И историю творит тренерский штаб Тутберидзе. Это правда. Спасибо им большое за такой потрясающий праздник. Всем тренерам большое спасибо. В режиме нон-стоп мы наблюдали самые яркие и лучшие программы. Совершенно феноменальные выступления продемонстрировали девушки в произвольной программе на чемпионате России. Это то, что невозможно было представить и предсказать. И в итоге это становится достоянием мирового спорта. Они также в прошлом году катались на юниорах. Здорово! Спасибо всем большое за то, что были с нами. За то, что точно получили удовольствие. Завтра в 15:10 посмотрите трансляцию показательных выступлений. Прямо сейчас программа «Время», и мы услышим первые впечатления наших чемпионок в эксклюзивных интервью. Оставайтесь на первом.